И, ребята, всем привет! Сегодня мы поиграем в Stand of 2. Вы представляете, ребят, у меня очень отличная новость. Ребят, Майнкрафт будет сегодня. Да, будет сегодня. Прямо вот сегодня он не выйдет, этот Майнкрафт. Потому что он вам нравится. Я когда посмотрел, когда у меня было просмотров. Когда я посмотрел, сколько у меня было просмотров, я чуть не офигел. Чуть где-то. А, это можно уже продать. Найти на рынке. Так, продать. Выбрать. Создать. Цена должна быть у нас. О. Конечно, это не хорошая цена. Я не знаю, на 10 таких коинцев, в принципе, пойдет. У меня все еще не купили оружие, вот я. Вот такая вот штука. Может быть, кто-то из подписчиков его купит. Вот я ее продаю за вот столько вот, за 6 вот, запрос покупки. Только мои запросы. Так, приложение. А, ну ладно. Все, ребят, погнали в карту. Командный бой. Все, давайте юг США. Все, ребят, вот мы уже заходим в эту тупую катку. Я не знаю, сколько я ее ждал. Часа, наверное, по-моему, 3-5. Не знаю, 10. Не знаю. Ой, как там спать хочется. Со мной такое не всегда на самом деле, ребят, происходит. Ну, когда я самого, конечно, с самого утра начал Stand of 2 снимать, неохота было. Да, блин, в принципе, логика разбилась. IQ 1005. Я не знаю. Так, ребят, давайте сейчас мы будем вот так, хоп-хоп. Тихо. Погодите. Ребят, сегодня у нас выйдет версия не на 20, не на столько-то там. Минут сколько мы обычно снимали. Выйдет. Ребята, у нас сегодня не выйдет такая версия, которую мы обычно снимаем. Она у нас будет помедленнее. Ну, 12 минут или там 10 минут. Одна, в принципе, одна ката. Не знаю, кому одна ката нравится. Тут флипим лайкосик. ХД. Кстати, ребят, пишите в комменты, кому нравится. Ту-ду-ду-ду-ду. Ну, в принципе, это уже прошлый тренд. Уже никому не нравится. Давайте. Сейчас погодите. Вечер. Смотрим. Тихо. Я не могу на видео на паузу поставить. Они так и лезут ко мне. Там был враг. Синьорито. Ребят, продолжаем. Мне нужно скоро кончать, в принципе, одна ката. Не знаю, 12-12. Ой, 13-12. Блин, ребят, блин, нельзя. Нельзя так отставать просто, ребят. Пожалуйста, не умирай. Блин, куда ты? Фух, это был какой-то неумираемый чел. Кал. Ах ты, крыса. Да блин.
Все, получайте. Блин. Блин, ребят. Блин, ребят, блин. Ай, блин. Получен урон. Да блин, ребята, он куда-то... Ага. Блин, блин. В принципе, у меня там мало хпшек оставалось. Ребят, у меня было... Что, я один против троих? Я один против троих, ребят. Полная жопа. Я сейчас в полной жопе. Блин, ребят, я чуть не обкекался. Сейчас, погодите, ребят. Это последняя ката, ребят. Три минутки. Три минуты, просто три минуты. Да блин, ребят, ну так же нечестно. Тихо, сейчас. Я больше две минуты тут буду сидеть, я не буду к ним лезть, знаете почему? Потому что у меня больше очков, чем у них. Просто две минуты тут отсижимся. Ладно, ребята, я просто зашел в одно место. И тут как-то у нас уже происходило. И ко мне зашли еще два человека. Я просто очень рад. Я держался изо всех сил, ребят. Офигеть! Он тут. Все, 0 секунд и... Ничья? Это, ребят, так разве... Так, это разве честно? В принципе, нет. Но мы победили. Мы победили. Сейчас статистику посмотрю. Не, ну как? Мне 5. Ребят, ну ладно. 15 очков. Это, в принципе, хороший результат. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.